Штаб ГСБ, Вашингтон, округ Колумбия, синяя зона, С2. Вы вернулись, отлично. Захваченный Касабатский завод оказался просто кладезем информации. К сожалению, дело обстоит хуже, чем я думал. НОД создает тибериевое оружие. Доктор Жиро возглавляет команду аналитиков. Доктор, вы можете что-то добавить? НОД нашли боевое применение жидкому тиберию. Это факт. Об остальном мы можем только догадываться. Мы полагаем, что взрыв тибериевой бомбы в 10 раз превысит силу термоядерного взрыва. Кроме того, есть катализаторы, при которых такой взрыв вызовет экзотермическую реакцию. Вы говорите о цепной реакции? Именно. Любой находящийся поблизости источник тиберия немедленно детонирует. Господи, там ведь желтая зона на тысячи акров. Спасибо, доктор. Держите меня в курсе дел. Это все меняет. Вот что. Захватить тибериевое оружие, прежде чем братство его использует, наша главная задача. Займите порт в Александрии и не дайте Кейну вывести компоненты из Египта. Как только разберетесь с этим, займитесь Каиром. Итак, нас ждет добрая Александрия. Выведите из строя порт Александрии, используемый НОД для распространения оружия массового поражения. НОД готовится к применению тибериевого оружия. Это осложнит обстановку в зоне боевых действий. Захватите порт Александрии, который является их основным каналом снабжения. А теперь хорошая новость для вас. Мы наладили связь с тылами и высылаем вам на подмогу партию самых мощных танков, какие у нас есть. Танк «Мамонт». Я думаю, на этом задании вы неплохо повеселитесь. Удачи! Спасибо за «Мамонт». НОД использует порт Александрии для экспорта ядерного и химического оружия. Ваша задача проста, сделайте так, чтобы использовать было нечего. Выведите из строя портовые краны, потопите суда, уничтожьте административные и управляющие центры. А потом ликвидируйте все объекты НОД в районе операции. В вашем распоряжении поступят танки «Мамонт». Задайте им жару. И я вот, лучший. Вот мой любимый доступны танк. Новые постройки. Что ж, давайте посмотрим, что нам прислали. Нам Вы прислали назвали? Пару хороших Поступили отрядов. Сообщение. Этот порт снабжает ресурсами войска НОД. Уничтожьте оба погрузочных крана, и мы перережем им путь снабжения. Уничтожьте штаб НОД, и порт прекратит работу. Танки «Мамонт» — самая мощная бронетехника ГСБ. Они обладают непревзойденной защитой и огневой мощью. Марш! Так, как я уже сказал... Построите военный завод и техцентр. Вы сможете создавать танки «Мамонт». Строится. Как я уже сказал, нам прислали хороший танк что и скажете? Пару отряд отрядов. Сейчас на нас начнут нападать, причем довольно неплохо, потому что... Обнаружен потому противник. Что начнут. Еду. Ладно, оставляем Огонь. Здесь танк «Мамонт». Он, в принципе, атакует. Должен сам за все это дело разобраться. Строительство завершено. Мы строим вот прям рядом с ним, да, вот прям вот здесь постройки. Вот. Броня крепка. Обновлены. Уже сейчас поймете, почему завод строится именно здесь, чтобы тут же чинить «Мамонта». То есть его атакуют, он чинится. Уже в пути. По-моему, очень даже хорошо. Уничтожьте корабли в доках, это еще больше ослабит армию НОД. Логично, не правда ли? Собственно, вот здесь Новое вот задание. Есть два корабля, их надо уничтожить, все отлично. Центр управления ЭМИ расположен к югу от базы НОД в городе. Он обеспечивает дополнительные преимущества. Да, его, кстати, надо захватить как можно скорее, потому что обнаружен противник. Вскоре они на нас будут кидать очень нехорошие вещи, которые хотелось бы избежать. Строится. Вот, поэтому старайтесь его захватывать, насколько это возможно, быстро. Строится. Так, нам нужен штаб. И, насколько я помню, нам нужны... Строительство завершено. Нет, нам нужны другие юниты. Ладно, их построим чуть позже. Пока разворачиваем защиту. Строится. Строительство завершено.
Вот, штаб мы ставим где-нибудь вот здесь. Доступны новые постройки. Что у нас здесь еще надо? Нам нужен кран. Строительство завершено. Строительство завершено просто отлично. Потому что еще сейчас через какое-то время начнут приходить вот отсюда юниты. Это не очень хорошо, поэтому надо там защищаться. Также как только мы сейчас построим кран. Строительство завершено. Мы его отключим. Дабы у нас не было постройка отключена. Траты энергии. Но при этом мы здесь можем уже строить. То есть даже в отключенном здании, как вы видите, можем спокойно строить энергостанции или что-либо другое. Это строительство завершено. Плюс. А нет, видите, не можем. Ага. Сам себя обломал. Постройка подключена. Можем задать строительство, но постройка будет начата только после того, как все это дело начнется. Ладно. Строительство завершено. Так, ставим сюда комбайн, чтобы добывать в два раза быстрее. И ставим сюда еще одну энергостанцию, после чего мы их прокачаем, как только поставим техцентр, который сейчас начнем, собственно, строиться. Строить. Соберем Тиберий. Строится. Броня крепка. Пока идем в оборону. Собственно, как я всегда в начале и делаю. Строительство завершено. Так, склад. Доступны новые постройки. Начнем здесь прокачивать. Обнаружен противник. Нормально так прилетели вообще, на пофиг. Ладно. С ними, я думаю, разберемся чуть позже. Сколько там до техцентра? Чуть-чуть, самую малость осталось. Благо... Похоже, они пронюхали, что мы здесь. Благо танку Мамонту, что все это дело... Мамонт строительство готов. Завершено. Будет уничтожаться впоследствии. Но пока что можно спокойно. Доступны все. Новые постройки. Теперь на военном заводе можно создавать танки Мамонт. Мы здесь. Я лучше. Приобретите в техцентре орудие Гаусса и экипируйте им все танки Хищник и Мамонт. Собственно, вот это орудие Гаусса, но мы сначала поднакопимся и как минимум на усовершенствовано. Или двух. Поставим турбогенераторы, дабы впоследствии не зависеть от энергии. Недостаточно средств. Новое задание. Вам необходимо развернуть наблюдатель на севере. Эта территория богата Тиберием. Перед тем, как вы будете разворачивать вот здесь наблюдателя, я бы на вашем месте немножко оборонил бы ту территорию, потому что обнаружен. Скажем так, вот здесь объект вот атакуют. Будет постоянно идти на вас пехота, насколько мне не изменяет память, а это не что очень кажется? Хорошо, в связи с чем вам будет нехило доставаться. Так, стараемся беречь вот эти отряды. Я готов. И еще раз повторюсь, мы прокачиваем танк Мама. Я лучший. Попутно надо построить подготовка. Еще парочку, но на данный момент, насколько я помню, у нас будет нехватка, скажем так. Что нам нужно помимо? Нам нужно помимо пару БТРов, в которые мы загрузим верно. Штурмовиков. Усовершенствовано. Так. Добыча, к сожалению, идет довольно медленно. Нужно было бы, конечно, построить еще один комбайн, но... Пока что, на данный момент, я думаю, что мы обойдемся тем, что имеем. Что сделать? В строю. Мамонт вот готов. Второй мамонт. Не забываем, какой мы прокачиваем. Мамонт идет. Второй команда вместе с отрядом, после того, как построится еще один мамонт, отправляем наверх, вот сюда. Недостаточно вот. Средств. Я думаю, что это будет прям что очень хорошо. Да, давайте сделаем вот так, смотрите. Мамонт слушает. Отправим туда мамонта. Верно. Шевелись. Обнаружен противник. Мамонт в строю. Я данные лучший. Обновлены. Объект включаем. Атакует. Атакуют эти войска, хотя лучше, конечно, чтобы атаковали вот эти ребята. Есть. Иначе мамонта разобьют. Не остановишь. Против пехоты мамонт что не делать? Алё, не огонь. Что скажете? Есть. Вот, ну сюда я его отправляю вовсе не за этим. Сюда я его отправляю по причине того, что мне нужно не взять контейнеры. Ай-яй-яй-яй. Отряд смирно. Так, ребята, спасайте мамонта. Броня крепка. Поберегись. Спасайте мамонта срочно. Все под контролем. Ой-ой-ой, убьют походу.
Мама, слушай. А, зараза, потерял. Сволочи. Надо было заранее с собой все-таки ребят послать. Но, этот не жилет. Не просчитал, потерял танк, так еще и полностью почти что докачанный. Ну ладно. Нужны хранилища. Объект атакуют. Видите, надо быть аккуратнее. Аккуратнее. Я предупреждал, что это может плохо кончиться, и в итоге я сам готов. Же попал на ту же самую готов. Проблему. Только вперед! Ну что ж теперь сделаешь? Ладненько. Обнаружен противник. Давайте строим БТРы. Обнаружим противник. Нас пока еще имя, кстати, сделать? Не посылают. Надо проверить. БТР будет готов. Время! Загружаемся в БТРы. БТР к бою готов. Куда ты уезжаешь, БТР? Отряд, смирно! Ну, танки Мамон довольно неплохо справляются. На базу напали. Покажем им! Вижу цель! Собственно, чем больше будет у нас БТРов и чем больше будет отрядов штурмовиков, тем лучше для нас. Есть. То, что штурмовики это все выносят просто идеальнейшим образом. Подготовка. Я думаю, еще можно построить два танка Мамонт. Штурмовики, в принципе, готовы. Нам этого хватит. Приостановлено. Либо можно притормозить и начать строить по-бырому БТРы. Где-то штуки две. БТР, да, наверное, так и сделаю. Готов. У нас здесь заканчивается, как вы готовы. Видите. Все и вся. БТР к бою готов. Что мне прям-таки совсем не нравится. Верно. Где у нас там пустые БТРы? Вы назвали? Штурмовики готовы! И вроде бы я всех как раз таки разместил. У нас такой мобильный отрядец. Где парковка? Держись! Который, в принципе, исполняем. Может обеспечить среднюю безопасность приказ. Для Мы вот идем. Этого. Мы можем собрать этот Тиберий. Достаточно средств. Для Мамонт этого готов. Места. Так. Давайте оставим пока вот здесь вот войска. Сейчас погрузим. Где у нас тут? Приостановлено. Я не помню. Я не помню. Где у нас была та техника? А, вот он. Подготовка. Обязательный пункт. 1500 он стоит. Ладно. Пока, в принципе, когда комбайн там собирает, все хорошо. Все хорошо. Это значит, что все хорошо. Так. Ну, денег, видите, катастрофически не хватает. И это уже плохо. Надо было раньше задуматься об этом. Ладно, что уж теперь. Хорошо, полегче. Придется как-то осторожно. Более аккуратно все это делать. Вообще и комбайн собирает. Пришло время экспансии. Угу. Что, места мало? Вот у нас наблюдатель. Да. Сейчас мы его с вами развернем. Ты фиг ли начал разворачиваться там, где я тебя не просил? Обнаружен противник. Объект атакуют. Ну, благо, здесь его чинят. То есть, здесь танком можно стоять спокойно, не особо парясь, даже под пушками гранатометчика. Есть. Естественно, когда больше одного отряда, им надо будет париться. Заставу я развернул криво, по-идиотски. Мой косяк. Не очень хреновый, я бы сказал, даже косяк. Объект атакует. Подготовка. Вспомнил бы, как говорится, раньше, что там надо аккуратно разворачивать заранее. Возможно, было бы все намного лучше. Недостаточно средств. Ну а теперь что уж? Что уж теперь? Утечки нет. Утечки нет. Так. В идеале мне пригодилась бы еще авиабаза, но, насколько я помню, она спокойно что там будет нас тоже бить. Больно. Ладно. Что
вас на уме? У меня на уме развернуть заставу, а потом построить здесь очень хорошую штучку. Да-да. Вот здесь ты точно разворачивайся. Ага. Разведчик. А вот теперь она здесь разворачиваться не хочет, да? Как хорошо, да? Объект атакует. Может и так. Задание выполнено. Ладненько. Данные обновлены. Сейчас мы начнем строительство обогатительного завода. Броня крепка. Давайте разобьем вот этих гадов. Комбайн атакует. Выдвигаюсь. В принципе, нас вообще нет. А вот то, что атакует комбайн, мне не нравится. Поэтому, ребята, ну-ка нафиг. В дороге. Так, обогатительный завод, в принципе, построен, и можно его где-нибудь это здесь развернуть. Что даст нам дополнительный комбайн, и, ребята, отличная работа. В принципе, все будет хорошо, чисто. Все готово. Когда выступаем? Что скажете? Объект атакуют. Теперь у нас все более или менее нормально. Хорошо, полегче. Комбайны, как видите, спокойно добывают все дело. А мы можем продолжить наше строительство. Подготовка. Так, три отряда вот этих ребят. И, соответственно, три БТРа. После чего уже построим танок мамонтов. Еще один. Где-то пяти мамонтов нам должно, в принципе, хватить. БТР к бою готов. Штурмовики готовы! Еще раз повторюсь, как уже не раз сказал, здесь нету БТР лимита войск, готов. И это очень круто. Недостаточно средств. Также, что еще хорошего, то что минеральные поля восстанавливаются. То есть Тиберий можно собрать впоследствии. Это классно. Идем! Так. Остался еще один отряд, который уже почти построился, и попутно будем сейчас строить еще один танк мамонт. Сейчас у нас точка 1, будет 2. Вы назвали? И вы, ребята, загружаетесь. Обнаружен противник. Мы идем. Вот о чем я говорил, снизу будет стоять противник. Ну, вообще, по идее, мы его мамонт должны строю. Разбить. Огонь. Объект атакует. Клочья. Броня крепка. Повеселимся. Что ж, давайте разобьем сначала мамонт танки. Клочья. Потому что я так смотрю, танки нас неплохо куцают. Порошок. Повышение. Размажем. Не остановишь. Все, досталось всего одному танку. Но мы не особо сильно, как я уже сказал, по этому поводу паримся. У нас все это дело можно восстановить, но нет, на нас использовали Эми. На нас использовали Эми. В итоге все, что вот здесь. Потеряно. Ой-ой-ой. Когда выступаем? Ой-ой-ой. По дороге. Где парковка? Огонь! Пока на нас там использовали Эми, здесь. Видите, наших ребят. Выполняю чутка. Приказ. Что ж такое-то? Везет броня нам. Броня крепка. Я готов. Броня крепка. Ладно. Ладно, восстановим это дело. Троих ребят еще сюда. Обнаружен противник. Еще подготовка. БТР, соответственно. Приостановлено. Отмена. Так, интересно, где там обнаружен противник. Командир. Кстати, сюда на нас они пришли только из-за того, что мы здесь решили построить. Все вот это добро. Опять же, сейчас нас будут периодически атаковать. Выдвигаюсь, бою готов. Постоянно. Уже в пути. Объект атакует. Глупо прозвучало периодически постоянно, но как есть. К сожалению, вот так примерно и будет сейчас туда-сюда. Что сделать? Команда в сборе. Шевелись. Шагом. Вот. Вот так вот мы будем работать. Вроде бы. Штурмовики обнаружен готовы. Противник. БТР ждет приказа. Отходите, мы идем. Отходите, отходите. Объект атакует. Оружие к штурму готовь. Все, ракетчиков. Держись. Теперь можно и вижу цель. Отлично. В дороге. Опять где же, парковка? Повторюсь, из-за того, что у нас что непрокачанные делать? Отряды, нам шевелись. Будут довольно сильно доставаться. Когда выступаем. Что уж тут. Что командир. Тут сделаешь? Чтобы на нас прекратили держи. Шествие вот эти весельчаки, осторожно. Нужно их, естественно, просто убивать. Где парковка? Объект атакует. Чтобы их убить.
здесь пока вроде все хорошо. Чтобы их убить, здесь нужно просто убить всех этих негодяев. Так, стоп. Мои ребята получают здесь урон, но вроде не очень сильно. Уничтожим! Так, уничтожим корабль, уничтожим сразу крат. Готово. От Эми мы избавились. И главное отвести так обратно. Атакуют. Дабы он не получил слишком большое количество урона. На базу напали. Когда выступаем? Мы идем. В дороге. Вижу цель. Враг там! Потеряно. Обнаружен противник. Опять здесь очень много ракетчиков. Нужны хранилища. Исполняю. Здесь обнаружен много очень гадов всяких. Мы должны вроде совсем разобраться, насколько я понимаю, спокойно, более или менее. Объект атакуют. Просто, огонь! Просто. Вижу бьем, цель. Бьем. В дороге. Уничтожим. Огонь. Пушка нас там убирает прям совсем сильно. В дороге. Видите, потерял бьем кучу войск. Выполняю приказ. Толком ничего не разобрал. На базу напали. Ладно. Будем надеяться, что мне удастся разбить хотя бы корабль, что даст мне некоторое преимущество, потому что войск больше отсюда идти не будет. Комбайн атакуют. Давайте быстрее, быстрее, ребята, ну, чуть-чуть осталось. И задание всё, да? Вижу цель. Атакуют. Отлично, несмотря на то, что в принципе я сделал все, что мог, да? На базу напали. На базу напали. Ага. Мамонт слушает. Здесь защиты нету, из-за этого они начали нас сюда атаковать. Движемся! Выброска завершена. Пора убираться. Порошок. Комбайн атакует. Мамонт готов. Так, это, конечно, хорошо, что мне дали два танка мамонта, но какого хрена их выпустили прямо? Мы получили удар ЭМИ! Прямо сюда. Получили удар ЭМИ. Приступаем к сбору. Комбайн потерян. Нужны хранилища. Обнаружен противник. Ребятки, валите отсюда. Окей, поехали. Я вас понял. Нужно срочно защиту. Срочно. Строится. Идет строительство. На базу напали. Чинить, может, как-нибудь потом будем, я думаю. Строительство завершено. Пока что. Объект атакуют. Строится. Идет строительство. Пока что все будет более или менее. Строительство завершено. Так, танк. Я у нас готов. Уже в пути. Круто. Выдвигаюсь. Танк у нас остался я уже один. Обнаружен противник. Не остановишь. Это на самом деле ни хрена не круто. Идет. Что сделали со вторым танком, я в принципе догадываюсь. Но мне не хотелось бы в это верить. Ладно. Ладно, ладно. Объект атакуют. Строится. На передовую. Мне кажется, у меня и второй танк. Возвращаемся. Мамонт готов. Я лучший. В общем, стараемся как можно шустрее доставить танк обратно. Подготовка. Строим где-то. Строительство ДР завершено. Отправляем их вот сюда. Подготовка. И что-то около того. БТР к бою готов. Вот. Строим здесь еще одну дополнительную. На базу напали. Надеемся, БТР, что мы это бьем. Мамонт слушает. Штурмовики готовы. Атакуют. БТР будет готов. Недостаточно средств. Все под контролем. Обнаружен скрытый объект. Ну же! Так, видите, как посылают на нас народ. Приостановлено. Отмена. И вот так вот нас здесь истребляют. Не очень на хорошо. На базу напали. Я бы даже сказал, что это совсем нехорошо. И опять именно нас пустили. Мы получили удар. Что у вас? И здесь выходит танк. Движемся! Объект атакует. Хорошо, ладно, с танком наступаем. Мы как-нибудь разберемся. Обнаружен скрытый объект. Потеряно. Что скажете? В клочья. Объект повеселимся атакует. Повеселимся. Бой! Я сказал, на нас будет постоянно нападать. Это очень надо аккуратно все обходить как-нибудь. Выполняю приказ. Держись. Дотяни, БТРчик, дотяни. Где парковка? Броня крепка. Уже в пути. Наступаем. Давайте пробуем выжить. Вот, что нам нужно сделать? Нам нужно тот кран разрушить, чтобы оттуда не шло постоянно подкрепление. Но чтобы нам разрушить тот кран,
Вывод, нам нужно осторожно, спокойно все это дело делать. Я, кстати, забыл про комбайны. Что меня прям совсем не нравится. Я готов. Так, еще надо не забывать, что мне нужно захватить Эми. Я лучший. Движемся. ПТР к бою готов. К сожалению, у танков «Мамонт» есть один большой минус. Они хреново атакуют пехоту. А также у них относительно хреновая выжимаемость против пехоты. Еду. Касаемо, например, тех же самых ракетчиков, да, они против них очень хреново выживают. Выполняю приказ. Так, ладно. У нас есть 4 БТРа. БТР к бою готов. Уже 5 БТРов, я думаю, пока приостановим. Приостановлено. И будем уже, скорее всего, добывать более-менее нормально, потому что вот здесь вот пока поле все равно восстанавливается, здесь поле уже восстановилось. Жду приказ. Где парковка? Подойдите-ка сюда, БТРы. Мамонт готов. Танки Мамонт сейчас будут оборонять в последний раз, после чего мы пойдем на... Мы получили удар ЭМИ. Как знал. Верно. Как знал. Сейчас мы, собственно, будем спокойно нападать на передовую. А, хрен там два спокойно. Объект атакует. Не, вы, ребятки, Окей. назад. На базу напали. Не остановишь. В бой. Так, мамонты великолепнейшим образом справляются. Отходим их назад. Ждем, пока у нас будет больше войск. Винтовки к бою. Штурмовики готовы. Вас понял. Обнаружен противник. Итак, опять на нас с той же стороны идут. Мы здесь. Объект атакует. Я засек их. Поживее. По дороге. На базу напали. Исполняю. Не забываем. Держим войска сразу же. Объект атакует. Ну, защитных сооружений. Так обороняться он намного лучше. Я готов. Ах ты ж, негодяй. Ремонт. Ладно, ремонтируем немножко ремонт. Наше здание. Что он там делает, вообще непонятно. Штурмовики готовы! Повышение. Этот скрытый объект мы можем обнаружить с помощью не помню чего. Помню чего, потому что не помню. Верно. Так, загружаем войска. Страшно связи. Остался еще один. Мамонт готов. Возьмем с собой, наверное, два танка Мамонт. Я готов. Усовершенствовано. На передовую. Обнаружен так. Противник. Сейчас вот этот отряд, собственно, пойдет у меня в атаку. Мы получили удар. Успел? Успел, да. В принципе. Отлично. Команда в сборе. Загружаем. Недостаточно средств. Броня крепка. Ой-ой-ой-ой. Тут танку тут осталось, смотрите, ё-моё. Мамонт слушает, их. Что скажете? Нажимаем единичку. Только вперед. Уже в пути. Просто-напросто наберем и... Фильтры в норме? Начинаем. Штурмовики готовы! На передовую. Начинаем нападать, надеясь на то, что никто не нападет на нас. Выдвигаюсь. Здесь. Мамонт идет. Штурмовикам, кстати, здесь очень Мамонт сильно идет. Достанется, скорее всего, и Мамонту в том числе. Мамонта у нас здесь два. Еду. Но нам Есть. Нужно уничтожить эту Эми базу. Обнаружен противник. Движемся. Объект атакует. Обнаружена база врага. Выдвигаюсь. Уничтожить центр управления Эми. Центр управления ЭМИ может выводить из строя технику и постройки. Но его можно не только уничтожить, но и захватить. На базу напали. Повышение. Что мы, наверное, и попробуем, собственно говоря, сделать. Все готово. Все под контролем. Потеряно. Ремонт. Что-то у меня там потеряно. Жду приказов. Мы идем. Мои ребята встретились с танком. Я лучший. Уже в пути. Только вперед. Не остановишь. Мои ребята встретились с танком, только это не вперед. Может радовать. Скорее, Мама меня слушает. Это вообще не радует.
Давайте возьмем, сделаем инженера здесь. Сразу после того, как... Приостановлено. Хотя, можно приостановить же, правильно. Кто же помешает? Кто же мне помешает? Сейчас погрузим. А вот и Тиберий. Мы получили удар ЭЭИ. Оп. Мои войска получили ЭМИ, но не те, которые находятся на этой базе. Есть. А это уже преимущество. Обнаружен противник. Объект атакует. Я лучший. Кстати, если не ошибаюсь, по-моему, без денег нет, все равно ремонтируют. Мама слушает. Я готов. Так. Хорошо. Фильтры в норме? У меня все коды. Полный. Отлично. Все круто. У него все коды. Так, давайте хорошо. Аккуратненько по самому низу. По самому низу поставим. Приостановлено. Отмена. Нашего инженера. Мы заставим его зайти сюда. Да, я иду. Недостаточно средств. Мамонт готов. Что скажете? Мамонт слушает. Более или менее оборона базы у меня налажена. Командир, мы идем. Отряд, смирно! Обнаружен противник. Объект атакует. Я лучший. Мамонт слушает. Есть. Опять же повторюсь, старайтесь держать свои войска всегда рядом с... БТР, броня крепка. БТР ждет приказ. Что, если они будут довольно далеко от нее, то... Соответственно, на вам передовую. не очень повезет. Так, добавить. Мамонт готов. Отлично. Теперь вот этот передовой отряд. Постройка захвачена. Только задание вперед. Выполнено. Есть. Данные. Хотя мы могли бы просто ее уничтожить. Прислали там какие-то данные. Броня крепка. Какие. Уже в пути. Выдвигаюсь. Вперед, конечно, лучше посылать. Уже в пути. Отряды. Выдвигаюсь. Уже аккуратно. В пути. Ну как есть, ладно. Обнаружен противник. Лучше, конечно, танк только поставить. Вперед. Уже в пути. Только вперед. Поскольку я помню, сюда нас повышение. Никто ничего делать не будет. Объект атакует. Убивать нас там сильно не будут. В этом плане там вроде все комбайн хорошо. Атакует. Я жду, пока у меня вот этот отряд получит. Осторожно. Ну ладно, комбайн уже, скорее всего, не спасти. Если успею. Мамонт готов. Размажем. Есть. Клочья. На базу напали. Еду. Вот видите, танки проехались. Атакуют. И все. Потеряно. Так, что-то я там потерял все-таки. Кого-то там все-таки убили. Все в норме. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Я лучший. Теперь что мы делаем? Теперь что мы делаем? Командир, когда вы жду приказов? Страшно. Выставляем вот эти танки. Тьфу, танки ПТРы. На передовую, скажете. Мамонт готов. Теперь у нас они выделены. Обнаружен противник. И мы тихонько будем их присылать в бой. Обнаружена база врага. Нам нужно вначале... Еду. И просто по прямой проедемся. На базу напали. Повышение. Есть. Выдвигаюсь. Только вперед. Правда, я не понял, кто получил повышение. Видимо, вот этот танк. О, все. Броня крепка. Вот теперь вот этот танк идеален. Мамонт идет. Отлично. Выдвигаюсь. Есть. Бой. Есть. Уже в пути. Итак. Не остановишь. Теперь надо более аккуратно все это дело. Я лучший. Остановить. Движемся. На передовую. В бой. Движемся. Атакуют. Наша задача, чтобы вот этот танк получил звезду. Это очень важно. Порошок. Наступаем. Движемся. Под очень важно я подразумеваю, что это действительно очень важно. Только вперед. Обнаружен противник. Бой! Повышение. Потеряно. Бой! Не обращаем внимания на потери наших войск на данный момент. Это, скажем так, важно, обнаружена но... база врага. Не
это сильно. Объект атакует. Наступаем. Мамонт готов. Я готов. Выдвигаюсь. Раздавить. Мамонт идет. На передовую. Захвачена наша постройка. Есть. Ой-ой-ой. Эмицентр-то захватили, вы видели? Значит, надо будет пойти его уничтожить. Есть. Отходим не пока. Остановишь. Объект уже атакует. Подготовка. Строим БТР. Подготовка. Спецназовца. Куча штурмовиков. БТР к бою готов. Все как обычно. Мамонт слушает. Отправляем мамонт назад. Мой план не удался. БТР к бою готов. Что скажете? Недостаточно средств. Броня крепка. Поворачивай! Объект атакует. Есть. Броня крепка. Осторожно! Есть. Аккуратнее с ним. Сейчас погрузим. Объект атакует. Я лучший. Еду. Обнаружен противник. Уже в пути. Что приказано? Повышение. Броня крепка. Не остановишь. Мамонт идет. Так, есть. Нужно уничтожить теми. Долго-долго-долго очень игра. Нужно шустрее все это делать. Объект атакует. Броня крепка. Устроим вечеринку. На базу напали. Нужно все-таки это все делать шустрее. Ремонт. Мамонт слушает. Еду. Обнаружена база врага. Танка, это хорошо. Уже в пути. Наша задача сейчас тупо уничтожить это Эми, что позволит не нам. Не остановишь. Только вперед. Впоследствии не очень неплохо обороняться. Вся в норме. Обнаружен противник. Окей, поехали. Мы видим противника, который выдвинулся вот сюда. В принципе, можем его разбить спокойно. Что мы сейчас и будем делать? Я лучший. Там два танка. Командир, страж на связи. Что скажете? БТР ждет приказ. Атакует. Исполняю. К штурму готовься. Покажем им. Мама слушает. Потеряно. Когда ужас. Выступаем? Мама готов. Повеселимся? Я засек их! Отводи, БТР! Повышение. Нет! На Черт. Передовую! Он умер! Как же так? Базу напали. Объект атакует. Там смертники пришли, я смотрю. Убью одним ударом. Вот наш спецназовец, веселый ГСБшник. Я готов. Есть. Итого совсем мне не нравится, как у нас идет оборона, скажем так. БТР к бою готов. Ну и где они? Долго-долго все строится. Жду приказов. Обнаружен противник. Что скажете? Объект атакует. И прокачанные танки как-то получше стреляют. На передовую. Мама в некотором смысле я бы даже сказал, намного движемся. Получше стреляют, чем обычные. В бой! Раздавить! Штурмовики готовы! Порошок! Объект атакует. Побереги! Повышение. Оп! Повеселимся! Отлично!
Только вперед. Я бы не сказал, что теперь мои танки есть. Бессмертны. Только вперед. А у них намного больше шансов. Мамонт слушает. В итоге, где у нас вот эти сельчаки? Отправляем их обратно. Мамонт идет. Надеюсь, конечно, при этом, что никто их не будет убивать. Обнаружен противник. Страж на связи. Фильтр назад. Вперед. Жду приказов. Отечки нет? Ясно, командир. Комбайн атакует. Опять работа. Комбайн, езжай, будь так, мужиком. Здоров. Идем, идем. Назад. Объект куда атакует. Вы прятались? На базу напали. Отлично. Идем. Мамонт слушает. Правда, мне уничтожили одну из энергостанций, но в целом это не так смертельно. Порошок. Поберегись. Ну давай, получай уже звезду. Клочья. Объект атакует. Что ж ты такой тормоз-то? До сих пор звезду не получил. Я лучший. Ладно, здесь остается один танк, есть. Почти полузвезда, и остальные вот такие. Я лучший. Верно. Бегом туда. Я готов. Мамонт готов. Есть. Мамонт слушает. Мамонт идет. Есть. Отряд, смирно. Обнаружен противник. Осторожно. Объект атакуют. На передовую. В порошок. Огонь. Ох, как мамонт его раздавил. Еду. Я думаю, вы выступаем. Это все видели. Мамонт идет. На базу напали. Это было ну прям очень красиво. Докладывай, штурмовики готовы. Что самое смешное, что он сам под него заехал. Объект атакует. Потеряно. Приостановлено. Приостановлено. Отмена. Вся в норме. Я лучший. Штурмовики готовы. Готов. Отряд смирно. К сожалению, по непонятной мне причине, почему-то штурмовики строятся быстрее, чем БТРы. Ну ладно. Чего уж теперь. Так, я, конечно, могу попробовать выдвинуться вот этими тремя танками вот сюда и попробовать что-нибудь сделать. Только давайте, вперед. Собственно, этим и займемся. Надеюсь, что у меня все это дело получится. Эми теперь нам не угрожает. Объект атакует. Так, ну, в принципе. Движемся! В принципе, можем более или менее спокойно. Порошок. Наступаем! Обнаружен противник. Прости, зачем я буду сейчас уничтожать эту хрень? Чтобы атакуют. Спокойно пройти и уничтожить вот это. В бой! Так, теперь ракетчики. Теперь вы, негодяи маленькие. С востока подходит потребление нут. Раздавить. Повеселимся. Наступаем. Мамонт идет. Объект атакует. Как вы видите, повышение. Меня не очень сильно атакуют. Хорошо. К сожалению, не заметил, что здесь. С востока подходит подкрепление нут. На меня идет всякая гадость. Размажем в порошок. Ну, в принципе, размажем. Это не столь критично. В порошок. Обнаружен противник. В клочья. Что интересно, они высадили? Они высадили пару машинок, с которыми мы, в принципе, разберемся довольно-таки быстро. Особенно учитывая то, что мы можем восстанавливать ТП нашим танком. Бой! Есть! Повышение. Поберегись! Что у нас здесь происходит? Здесь у нас тоже весело. У нас появился свободный БТР. Загружаем туда юнита. Броня крепка. Тремя танками. Продолжаем уничтожение. Порошок. Уже в пути. Атакуют. Обнаружен противник. Выдвигаюсь. Да, против пехоты, конечно, это будет не очень круто. Движемся. Но против любой техники мы справимся просто очень спокойнейшим образом.
принципе, при желании мы даже пехоту разнесем. Мамонт идет. То есть, естественно, в первую очередь мы уничтожаем всю технику, после этого сразу же уничтожаем пехоту. Бой! Объект атакует. Размажем. Как только он пытается построить здесь завод, сразу же его уничтожайте, потому что он ему очень сильно поможет. Как видите, здесь антивоздух, землю он не атакует, поэтому можно спокойно, не парясь, подходить и уничтожать раздавить землей. Но если вы хотите есть воздухом, как видите, у вас здесь это не получится, вас тут же собьют. Наступаем! Движемся! Порошок! Объект атакуют. Огонь! Задание выполнено. В бой! Так, первоочередная цель, опять же, это ракетчики. Это вполне логично. Раздавить! Клочья! Выдвигаюсь! Размажем! Порошок. Хотел я пройтись сюда пехотой. Обнаружен противник. Решил по старинке идти все-таки танками. Объект атакует. Что в принципе три прокачанных танка могут уничтожить все что угодно без каких бы то особых проблем. Уничтожаем базу, после чего он перестанет строить вот эту надоедливую хренотень. Если, конечно, у него нету чего-то типа крана. По-моему, если я не ошибаюсь, у него его нет. Раздавить. Уничтожаем все, что видим. Абсолютно все. Объект атакуют. Таким образом, уже в пути. Чтобы здесь ни черта не осталось. Движемся. Поберегись. Чтобы, соответственно, сломать любую пушку, вы должны уничтожить центральную ее часть. Выдвигаюсь. Залежите берег выводами. Уже в пути. Наступаем. Бой! Раздавить. Пока что проходим вперед аккуратненько, порошок, спокойненько. Движемся, выдвигаюсь. Почти есть, не получая урона. Плюс, кстати, вот видите, я сейчас ему все строение еще отключил, скажем так, от раздавить энергии. Что позволит мне совсем спокойно есть пройти. Выдвигаюсь. Обнаружен противник. Вообще не напрягаясь. Кстати, зачем-то мой комбайн приехал аж вот сюда. Наглый малый. Еду. Наглый. Приехал, добыл и уехал. Только вперед! Давайте добьем вот этих ребят. Еду. Порошок. И заодно поедем по вот этим. Огонь. Ну что ж. Собственно, вот такая вот миссия. Всем спасибо. Прошел долго. Проходил, точнее, мог быстрее. Всем спасибо. С вами был Дезерсир. Пока-пока. Миссия выполнена.